Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов Grand Start.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм, костюм паучка. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. На фотографии вы можете увидеть вот так вот костюм паучка. Давайте посмотрим, соответствует ли он фотографии, как он выглядит в действительности. В нашем интернет-магазине много видов разных насекомых, в том числе и паучков. Сегодня мы рассмотрим один из костюмов. В комплект у нас входит вот такая вот шапочка с глазками паучка. Глазки такие переливаются, носик здесь у нас есть. Такой блестящие такие глазки. Шапочка на небольшой резиночке тянется. Внутри у нас черная подкладочка. Вот так вот. Пошита такая довольно легенькая, не такая уж и объемная, а просто обычная шапочка. Далее в комплект у нас входят штанишки черные, штаны на резинке. Внизу у нас тоже штанишки на резинке идут. Черный такой вот, как атлас. Такие вот штаны. И в комплект у нас входит такая, как кофта-накидка. Вот такая вот кофточка с сеточкой. На сеточке уже приклеены как будто лапки. Вот такие вот лапки черненькие по всей кофточке. Здесь на лапках у нас есть небольшая резиночка, чтобы сюда просовывать пальчик, и лапка будет подниматься, если нужно. Тут у нас пришито как будто жало такое. Сзади на черной подкладочке. Вот так вот это выглядит. По шее завязывается на завязочке. И тут такие серенькие как бубончики. Воротничок такой серенький. Вот так вот это выглядит сзади. Вот весь костюмчик, то есть шапочка, кофточка и штанишки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru.